Меня зовут Василий Щедрин, я профессор еврейской истории в университете Квинс в Канаде. И я занимаюсь еврейской историей уже 27 лет, и этот увлекательный предмет меня увлекает все больше и больше, и я хочу увлечь вас. Я хочу познакомить вас с еврейской историей. Мы начнем от Адама в райском саду и закончим в 21 веке. И через призму еврейской истории мы с вами посмотрим и на историю этого самого древнего народа на Земле, на саму эту самую длинную в мире историю, и узнаем много нового и о евреях, и о других народах, обо всем человечестве. Я надеюсь, что вы узнаете что-то новое о самих себе.